Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас реакция из Франции. Зовут нашу очаровательную гостью Вам Петит, и вот так она обучает. Перед началом видео хотел бы вам напомнить, что у нас есть телеграм-канал, где я публикую запрещенные переводы реакции, которые вы больше нигде не найдете. Ссылка будет в описании. Также вы можете поддержать наш канал донатом. Реквизиты тоже будут в описании и в закрепленном комментарии. Всем приятного просмотра! Всем салют! Мы продолжаем делать анализ и реакции на вокальные техники. В прошлый раз у нас был Слимани с его песней «Des milliers de je t'aime». Я вам говорила, что я сделаю небольшую подборку именно из мужских голосов. Сегодня у нас в гостях Димаш с песней «SOS» d'Interien en détresse. Вы все просили меня об этой реакции. Ну, я подумала, а почему бы и нет? Все только и говорят об этом. Я видела, что там много просмотров. Тут их миллионы. Так давайте начнем. Вы готовы? Начали. Итак, уже с самого начала по мне пробежались мурашки. Я обожаю мужские голоса, которые берут высокие ноты. И здесь Димаш преуспел в этом деле. У него сверхкрасивый фальцет, а вибрато такое очень-очень-очень регулярное. Такое дозированное. Давайте продолжим, потому что я хочу послушать. Там дальше должен быть бас. Я, конечно, так не могу. Я не могу брать такие низы. И потом там будут высокие ноты. Мне интересно, как он с ними справится. Хорошо. Он обучался лирическому пению, и здесь это отчетливо слышно. И мне нравится больше всего то, что я слышу эти низы на одном слоге. Каждый раз это один слог. Но не могу я так петь. В общем, каждый раз это один слог. Его голос сверхмощный. Этот его тембр. Ну и чего далеко ходить? Это необычайные низкие ноты. К
тому же, когда он поднимается вверх, его голос тоже темброванный. Это говорит о том, что он легко может спеть фальцетом с небольшим количеством воздуха. Таким лёгким, а главное, чистым голосом. Как будто он оперная певица. Я сказала певица. Но перед нами мальчик, юноша, молодой человек. Я не знаю, сколько ему лет, но видно, что он молодой. У него невмещаемый диапазон. Думаю, я такое еще не слышала. Давайте продолжим. Также хочу сказать про его уверенность и решимость. Мне очень нравится смотреть на его лицо. Видно, что он целиком в этой песне. И к тому же... он поет на французском. What? Что только что произошло? Что это только что было? С ума свихнуться. У меня аж глаза на мокром месте. И это не печаль. Это... я не знаю. У меня дрожь по телу. И хочется плакать. Я очень чувствительная. Итак, когда он пел после этого... у него был такой волнующий, трогательный голос. Там даже был слышен плач. Это прозвучало современно. Я знаю, что он поет современные песни. Например, вот эта французская песня. И он также может петь в поп-стиле, без проблем. Он знает, как использовать эти мельчайшие ингредиенты. Здесь я спою по-оперному. А вот здесь по-другому. С приподнятым небом или нет, с большей поддержкой или с меньшей, с воздухом или без. Хорошо. Мы поняли, что этот молодой человек очень хорошо обучен. Ядрён Наполеон.
Боже мой! Ой, беру свои слова обратно. Извините, что упомянула имя Бога в суе. Я не хочу обидеть чувства верующих. Моя тетя постоянно меня ругает. Она, кстати, вьетнамка. Что, а? Что это было? У нас уже есть Фаузия, у которой тоже необычный голос. Мы делали уже 3 реакции на нее. Но здесь все равно нечто другое. Во-первых, он мужчина. У него есть вокальная амплитуда и тесситура. Тесситура — это, простыми словами, это все ноты, которые он отточил и которые даются ему легко. У парня непостижимый вокальный диапазон. Там даже есть ноты, недосягаемые для самих женщин. Прошу вас, не сравнивайте себя с Димашем. Если ваша цель — это петь как Димаш, то приготовьтесь сделать то, что сделал он ради такого голоса. Но там будут ноты, которые вы никогда не сможете взять, потому что кому-то это просто не дано. И если гнаться за тесситурой и высокими нотами, это, конечно, хорошо, что вы будете прогрессировать, но это принесет больше огорчения, чем пользы. У всех нас есть ограничения в голосе, в нижнем и верхнем регистре. Конечно, над этим можно поработать, и можно улучшить уровень вашей техники. Но Димаш способен придавать эту интенсивность, когда это нужно. Мне очень нравится эта часть. Давайте вернемся к ней. Это было, когда он пел один отрывок, но только другим голосом. Ранее у него была другая вокальная позиция, а сейчас он поет это грудным голосом. Белтингом. И затем переключается на другую позицию. Блестяще. Его пение — это не какой-то холодный расчет. Там есть эмоция. Это не просто техника. Понятно, что этот чувак и так мастер. Я сказала «чувак», но это без какого-то плохого смысла. Димаш полностью проштудировал свой инструмент. Он работал над ним, спору нет. Тут к мадам не ходи. Ну, берегитесь. Вроде бы этот момент вот здесь. Я про вот это. Надеюсь, что это верный момент. Слушаем. И даже в самом конце я поставлю его лицо, его красивое лицо. Он так же красив, как и его пение. Прекраснейший молодой человек, который так много трудился. В нем есть все. Вы слышали эту концовку? Я сидела вот так. И ждала-ждала, когда Димаш продолжит петь. И он здесь взял небольшую паузу. Подумайте об этом, когда вы поете. Тишина намного важнее, чем все ноты, которые вы собираетесь петь. Паузы очень важны. Без моментов тишины не было бы музыки. В конце он спел. Совсем немножко, совсем немножечко. Ну прелесть же. Всем спасибо за внимание. Всех люблю, всех обнял. Пока.